Витька, а правду говорят, что ты с Танькой, секретаршей своей, при всех целовался? Врут. Во-первых, не при всех. А во-вторых, ну я ее чисто по-дружески целовал. В губы. Да мы с ней вместе еще в школе занимались. Да. А знаешь, чем мы с ней в школе занимались? Киноанонс. Что случается, когда жена уехала в командировку, и о несчастном муже некому позаботиться? Об этом рассказывает новая работа российских кинематографистов. Зой, ну наконец, ну где ты? Ну давай, приходи же, ну. Я ж тебя жду. Да прямо ко мне домой, жена уже уехала. Единственная теория. Таньку прихвати. Калюня, ну где ты, ну? Ну давай срочно пару красивых девок и прямо ко мне дуй. Ну выпивка за твой счет. Алло. Это секс по телефону. Ну давай, ну поболтаем минут 5. Ну так, для разминки. Смотрите, а новый художественный фильм «Один дома 4». Ну ладно, Петрович. Мамочке своей от меня привет передай. Вот я тебе скажу, не женщина была, а картина. Глаза как сливы, щечки как яблочки. Просто чистый натюрморт. Да, мама. А с тебя и сейчас натюрморт писать можно, Петрович. О. Из сухофруктов. Ну ладно, давай. Спасибо тебе. Хорошо посидели. Спасибо за душевный разговор. Давай. Забыл сказать. Петрович, я ж тебя уволил. Как? Да, да. Молодым у нас, как говорится, дорога, старикам у нас, как говорится, расчет. За расчетом, Петрович, прямо ко мне, я прошу тебя. Прямо ко мне, без всяких. Да за что, Митька? И не Митька, а Дмитрий Степанович. Вот такая вот картина. Вернисаж. Ты что тут толкаешься? И вообще, что ты тут толкаешься? Кто ты такой? Это я кто такой? А ты кто такой? Нет. Это ты кто такой? Неизвестно кто. А толкается. Это я неизвестно кто. Я неизвестно кто. А ты сам неизвестно кто. Неизвестно кто ты. Художник Крымской. Портрет неизвестного. Вот гад, а. Да. О, Петрович. Нарядный такой. Че, попрощаться пришел? Давай, прощай, давай, давай. Прощай, Митька. Давай, прощай. Прощай, друг. Алло. Теперь этот завод мой. А, это твой завод, да? И ты про акцию вот эту вот свою, знаешь, куда можешь себе ее засунуть? Свою акцию, Митька, я к себе в сейф засуну. А ключик, видишь, я уже доделал, ключик. А ты думаешь, что ты сделал ключик от сейфа, и ты уже хозяин. Все, завод твой, да? Да? Мой. То есть он на жену мою оформлен. Она у меня ветеран. Так налогов меньше.
Павлович. Да? Да, Дмитрий Степанович, я на мамочке вашей женился. Так что ты уволен, Митька. Пошел вон отсюда.